Время отдыхать в Чувашии. Туристическая карта республики пополнилась новым маршрутом. В Ендиковском районе распахнула свои двери сельская усадьба Паснерке. Что она представляет гостям в нашем материале? Свежий воздух, живописные виды и отдых вдали от городской суеты. В последнее время сельский туризм становится брендом Чувашии. Эта территория много лет стояла заброшенной, а теперь здесь появилась настоящая усадьба. Лечебный корпус, гостевой дом, банный комплекс уже готовы принять первых отдыхающих. Наверное, открытие этого первого этапа – тот самый пример, когда сила родной земли дает эту энергию и предпринимателям, инвесторам, насколько сильна ваша поддержка. Вы большие молодцы, и, конечно, это победа первая, да, вот первый этап. Это начало серьезного и сложного пути. Номера по-домашнему уютные, в отделке использовали природные материалы. Сейчас сельская усадьба рассчитана на 90 человек, но в будущем отдохнуть там смогут более 200. Здесь очень уютно и красиво. Такие очень хорошие, ухоженные, приятные и духу времени, тем более для здоровья, апартаменты. Туристический комплекс раскинулся на 25 гектарах. Территория застроена пока частично. Со временем там появятся новые объекты. Отдыхать и лечиться здесь можно будет в любое время года. Здесь замечательная, значит, экологически чистая природа. Прекрасный лес, сосновый бор, каскад прудов, 9 прудов. Два из них для купания, остальные пруды зарыблены. Здесь можно прекрасно порыбачить, отдохнуть, покупаться. Собирайте ягоды, грибы. Организаторы уверены, отдых на родной земле достойна альтернативы заграничному. Проверить это может любой желающий. Гостей уже ждут со всех уголков нашей страны. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Сергей Рябчиков, Республика.